Друзья, сегодня у нас традиционный гость в студии, и сейчас я хотел бы вас его познакомить с ним. Это директор футбольного клуба Александр Альтасар. Сейчас мы сделаем с ним небольшую шутку, как будто продаем ему нашего друга Семеновича. Посмотрим на его реакцию, он не в курсе. Александр, доброе утро, мы хотели подарить вам подарок. Здравствуйте, Александр Семенович. Приветствуйте, пожалуйста, слушателей. Здравствуйте. Пойдемте в студию. Вредный подарок. Такие мне не дарили. Прямо проходите, пожалуйста. И вот сюда. Сюда? Здравствуйте, я Александр Альтасар. Был в гостях у Русского радио. Пусть все у всех будет хорошо.